Пошел. Папа, посмотри, какое отражение. Какое отражение от воды.
Никуда. И туда, и туда. Я заблудился, я не знаю. Я за вами шел. Давайте, два туда, два туда. А мы вас подождем. У нас разведку послал, за вами шел. Плывите. Давайте налево. Если доплывете. Одна. Что? Да давай пью, я не хочу запустить, но надоело. Что с тобой, бутылки пропускают? Забей. В принципе, можно было налево пойти здесь. Можно было. Где Михаил? Где Миха? Давай подождем. Один, один не тащи этот дом. Вкусно. Недоволен. А, ну и так оторвано, понятно. Оно оторвано. О! Давай мишку подожди. Ну, давай. Давай, посмотрим, батарейка осталась. Ладно, погнали под грибом. Ага.
наша братва стала. Тебя снять? Давай сниму. О, тут кто-то помер. Да? А, рыба, да? А где рыба? Значит, тут где-то раки есть. Ну, возле рыбы. Стоп. Там уже никого из этих. Там он в разведку пускает, а потом... Потом... В смысле в разведку? Он что, не знает тут пути? Нет. В смысле? Ну, направление знает, а проходки нет. А, да? Олени. Мне кажется, что тут тупик. Папа. А можно бабушке собаку завести? Бабушку сюда? Бабушке собаку завести. Да. Можно я с ней, за ней буду ухаживать, и она да. В итоге... Песики. Песики. Кстати, чем он, интересно, питается? Ой, рыбками? А? Рыбками, червяками. Понятно. А ему этого хватает? Он бы нас укусил бы, если бы мы плыли. Пап. Да ну, давай вот собаку заведем к себе на новый дом. Давай. Новая жизнь. Жестянка, блин. Чуть не упала. О, не о, понял. Нормально. Освежилась. Хозяина освежилась. О, сейчас войдут. Вторая. Можешь ручками шевелить, чтобы кадр попадал. Тоже красиво, понял? Руки в воде. Да нет. Пошел почешется. Папа, давай маленькую собачку заведем. Да? Давай маленькую собачку заведем. Давай молча зайдем. И заведем собаку? Не, мы просто молча так идем. Да. Ну, пойми.
Налево, пап. Левее возьми. Левее возьми. Вот так и сразу направо. Все, можешь направо. Ого, тут так офигеть. Инвалид. Да, без комментариев такое происшествие. Миша, помнишь эти пульки? Желтенькие. С ЧУ. Да, те самые. Да. С пестика. Мой пестик папа с поезда выкинул. Обидно, когда она на крючок. Мой пестик папа с поезда выкинул. Ага, нормально. А его сломал колени, да? Ага. Сколько он, гривен 70 стоил? Эх, пап, ты 70 гривен выкинул. О, бревно. Пап. Не, пойдем справа, слева. Не налево, а направо. Вот я бы тебе говорила вообще. Не крутили бы. Ну что, потренируемся. Я чуть не упал. Те самые пульки. У меня их было пачек 6. Пап, знаешь, какой снайпер? Мы когда на вокзале играли с Костей в прятки тогда, я, короче, видел, как он, где он спрятался, и в ухо ему стрельнул. Я снайпер, да? Он такой, а, где он в меня стреляет? Все, тут молча, на камине, на кромке воды, делай контент. Бж, 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 о, ну просто пчелы.
сейчас будет больно. Ты куда? Ты куда, пап? Обойдем. Кого? Обойдем. Где? Руками от дерева отпусти. А где обойдем? Что? Через вправо? Это бревно с этой стороны. А то тут... Да ну, пап, ну и так сойдет. А так, я говорю, там не пройдешь. Отвечаю. И по бревну я сажусь на него. А я говорю тебе, пройдет. Какая-то штука. Не-не-не, я там не прошел. Да пройдешь ты. Не, ну попробуй с разгона только, потому что я там на нос сел, а потом своей задницей там так сел, что еле с места сдвинулся. Ёб! Ты понял, да? Оголисник. Проплывем под. Проплывем под. Пошли под этой. А, хорошо. А я не проплыву. Проплывешь. Да. Да, ну нет. Да, пап, я говорю, нет, 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 не спорь. А, ну так, кстати. А, я даже не проплыву. Я бутылочку.
Попаду, смотрите. Нет, не попал. О, мы походу приехали. О, все? Походу, да. Смотри, какой мост. Угу. А, ну да, все, походу. А мы точно туда поплыли? Я не уверен.